<св> а мне, кстати, кажется еще, что просто на русском языке у многих слов ты сразу э -э, разные значения слышишь. Но ну, типа слово трахни Ну, супер странно же звучит. Потому что это из незнайки что-то, ну, да, когда да, сковородка да, страхнут и... по голове. <св> <св> <св>